Всем мое почтение, друзья. И вот такие новости пришли с Казахстана. И российская, и провластная татаевская пропаганда начинает разносить. Вот карагандисты области похоронили погибшего в беспорядках нацгвардейца. Он защищал якобы сослуживцев и попал под грузовик. Теперь вот разносят по всем информационным агентствам вот эту пропаганду, что вот и написали якобы это боевики его убили. Начинают типа патриотический дух поднимать. Смотрите, для всех людей нет интернета, нет связи. А вот это похорон одного нацгвардейца разносят по всем информационным агентствам. Вы вдумайтесь. И если там все такие боевики, там все, также проходят такие шикарные похороны. Это просто, я считаю, что нам вешают лапшу эти Татаевы, Путины. Это такое мое субъективное мнение. А вы что думаете?